Едуард Ханок народився 18 квітня 1940 року у Казахстані. Білоруський композитор мешкає в мінську і в Москві. Написав чимало хітів для Едуарда Хіля, але Пугачової виросівся брів самоцвітів. Створив теорію творчих хвиль. Подружений. має двох дочок та сина. Білий 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 сніг, білий сніг, білий день, білий сніг, Белый снег, белый день. Ты куды меня не кличешь, послухай, За верухами ты заберуха На творении машин не людей На творении машин не людей За ты заберуха Ты куда меня не кличешь, послухай. На дворе ни машин, ни людей, ни машин, ни людей. Белый снег, белый снег, белый снег, белый след. Белый снег, белый снег, белый снег, белый след. За тобой я осторожно ступаю. Засыпая, нас не засыпая, Подробляю заметенный след. Подробляю заметенный след. Засыпая, нас нет, засыпая, За тобой я сырожно ступаю. Подробляю заметенный след. Заметенный след. Людей. Ни машин, ни людей. Ни машин, ни людей. Что произошло у Пугачева с крутым? Почему разгорелся конфликт? Ну, два таких человека вряд ли, понимаете, да? Мало того, они с из, они из Паусом. Вот возьмите треугольничек. Паус, Пугачева, Резник, да? Там же тоже такая ситуация. Паус, Пугачева еще выясняет, кто из них величественные, потому что Паусы наверняка кажется, что если бы не его песни, так Пугачева так бы и дальше не пошла. А Пугачева кажется, а что бы ты вообще без меня делал, правильно? И она тоже по-своему права. А в это так? время да. Резник? Да. А Резник это у них, так сказать, не шестерка, но и не туз. Это вот здесь, вот, он у них вот здесь. Поэтому они с ним обращаются. Вы же обратите внимание, в Юрмале их не бывает. Вы заметили, да? Резника не бывает никогда. Вот, но сейчас, правда, и паузы уже там не будет, да? Вот, поэтому э, слава не делится, поэтому, когда крутой объединяется с Пугачевой но ну, это вообще какое-то объединение очень странное, понимаете? Слишком люди разные по характеру, они будут временно, понимаете? И вообще я заметил, у Пугачёвой одна, Пугачева кончить плохо. Я вам скажу, смотрите программу, как умирает, как уходят Кумиры. Вот она будет ходить плохо, почему? А если еще с Галкина разбежится, почему? Потому что она ничего не умеет делать, кроме петь. Она доказала, все, за что она берется, все рассыпается. Бизнес, да. Все берется. абсолютно рассыпается. Потому что они думают, что если они Пугачевой назвали туфли, так будут покупать. Извините. Это, шоу, это бизнес, понимаете, это совсем другая, надо, чтобы ваши туфли покупал Мадонна, чтобы ваши туфли покупал Джон Депп там, эти ботинки ваши или что то чё угодно, понимаете, вот, Анжелина Джоли и так далее. Если этого нет, никто этого делать, то есть никто этого покупать не будет. Во-вторых, смотрите, все уже построили шикарный э, театр у Рюминой. У Бабкина. у Бабкина, у этой, у Кадышевой тоже на Тимирязевской тоже шикарный театр. Мы недавно с Хилем еще, когда он был жив, мы выступали там с ним, так сказать. Вот все построили Пугачева, сколько уже строит? Ничего, так оно его и, и супа не там. Она не уме она не приспособлена к жизни, вот и ну вот бывает человек, так сказать, вот не приспособлен человек к этому делу, а жизнь она суровая. Если в 90-х годах бизнесмены бросались деньгами. Сегодня они, но наоборот, сегодня стараются он, на, у вас, них... на вас заработать. Но сегодня у нее тоже есть прохоров, который не жалеет ну, для нее денег. Я понимаю, но вы же понимаете, в чем дело? Я он понимаю. Он тоже до определенного момента, вы же понимаете, да? Он же тоже делает политику свою на ней, правильно? Он же, полит... он же не просто ей за это платит. Но не будет же через 15 лет прохоров ее кормить, понимаете, да? А потом уже все труднее и труднее. Дальше получается. очень-очень... Крутой, очень... хороший композитор. Я считаю, что он очень крепкий композитор очень талантливый в этом, так сказать, он практически в данный момент он уже спускается очень быстро. Дальше он еще допивать. У нас какая профессия? У нас вот, смотрите, идут волны, да? Там первая волна, потом может быть вторая волна, потом спуск и потом ровненько уже творческая импотенция. Вот он же где-то между этим обладеживающим, да, у Пугачева, если Пугачева уже ровно уже все уже там уже, э, если она даже что-нибудь выстрелит, то это будет исключение, как знаете, бывает и на старуху бывает проруха, да, вот, а э, он еще пока может, Ну вот, знаете, у нас есть очень вещи кам камертонные что ли, понимаете, вот, э, ну, например, когда я вижу, что он начинает циклы делать, да, все, это уже Значит, потому что циклы, когда ведь человек он, идет на волне, он циклы не делает. Ведь он пытается и с Хворостовскими, и с Ларой Слава, Я же говорю, что это признак... Вот в нашей профессии это стопроцентный признак того, что он уже спускается. Потому что когда человек идет на волне, он этими вещами не занимается. Тем более они же ничего не дают. Никаких популяр от этого же никакого нет. Песни не становятся популярны даже из этих циклов. Это все равно, что помните, Мулявин там делал военный цикл. Тоже какая-то там песни какие-то средненькие, какие-то очень усредненные. В чем суть сегодняшнего конфликта Резника и Пукачевой? Они, э, ну, Резник, наверное, считает, что Пугачева ему что-то должна. А она считает, что она ничего не должна. Так же, как Успенская тоже считает, что она ничего не должна резнику. Правильно? А по-вашему, кто-то кому-то что-то должен? Ну, я спасибо Успенской. За счет этого я у своего исполнителя, не буду назвать фамилии, благодаря этому ихнему скандалу, я подписал контракт с, на очень большую сумму по белорусским меркам, который он мне выплачивает в течение пяти лет. Вот за прошлый То год уже... Успенская не права? Конечно, абсолютно. Не права. Но просто мне повезло, почему? Я нашел хорошего адвоката. Дело в том, что Резник он барин. Кстати, в, в варианте Успенской. Вот я буквально на днях с ним разговаривал. Говорит, да там вот занимается эти, потому что вот там ее никак не могут найти, у нее нет ни прописки, ни в России, ни в этом, ни, 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 ни в Америке, нигде у нее нет прописки. Я думаю, господи, ты же ты бывший член председатель общественного совета МВД, что они могут объявить розыски, найти, если, если действительно это это нужно. Во-вторых, здесь есть определенная ситуация, которая, по которой можно спокойно Успенскую было взять за, в оборот. Есть такое понятие срок исковой давности три года. И поскольку он, и, и, и у него даже положение в этом плане хорошее, она публично по телевидению сказала, что она никакого договора не собирается писать, и вообще он поцелует ее в одно место, которое вы всем известное место, сказала прямо по телевидению. Но оно вот. у нее красивое, кстати. Я понимаю, да, ага. но я имею в виду, что, что это является доказательством того, что она не хочет, она не имеет права, вот она недавно сказала по телевидению, что, мол, а где у меня документ, что резник мне раз, не разрешает петь, а он не должен быть. Должен быть у нее документ, что резник разрешает ей. То есть они, потому что после развала Советского Союза длительное время прав никаких не было. А сейчас уже есть определенные, я не знаю, как здесь, как в России, но в Беларуси есть четкие абсолютно правила. Ну, что в Беларуси вот, вообще все есть. Да, <свят> поэтому там огромные штрафы полагаются. И когда адвокат мой, так сказать, сказал об этом, уважаемый товарищу, он, видимо, струсил и понял, что может еще заплатить больше за то, что, так сказать, незаконно используют песню. Понимаете? Вот. А он, видимо, не с теми адвокатами, мне кажется, вот. Вы видели передачу у Малахова против Резника, когда его бывшая жена Мунира приехала? Здрасте, я, я в ней участвовал. Вот так. Здрасте. да. Эта передача была ней... сделана да. по просьбе Пугачевой? Вы знаете, вот этот момент не хочу я на себя брать какую-то ответственность за то, чего я не знаю. Я понимал, я понимал прекрасно что Пугачева наняла вроде бы это ее адвокаты, адвокат Добровинский, Добровинский да? который был у Резника, вот, И, так сказать, ошибка Резника была там в том, что они дали вот эти кадры, где они загорают там с Ириной где-то далеко, красиво, вот, а народ в студии, вы же понимаете, да? бросил. Вроде, типа... вроде у него денег нету, а, в общем-то, э э э Ша стоит по курорту где-то, понимаете? Поэтому для публики это было плохо. Но здесь, с моей точки зрения, получился результат какой? Теоретически все были за Муниру, а практически она проиграла. Потому что он же все равно остался серийной. Извините. И я был теоретически за Ирину, потому что я ее хорошо знаю, и не потому, что она мне нравится и не нравится, потому что я понимаю, что это уже у них надолго и серьезно. Понимаете? Чего же то, что было, как говорится, в одной моей песне: Здравствуй, чужая, милая! Помните, да? Там есть да, прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки моей глаза, так что прошлое не воротится, поэтому Мунира и чисто... не поможет слеза. Да, <с <с Мунира <с просто как бы такой моральный что ли такой момент Сатисфакция. Так Сегодня э, на каналах российских государственных каналах э, возвеличивается советское прошлое, показывают патриотические фильмы прошлых лет, создают новые фильмы патриотические, в том числе это касается и песен. Песни были действительно гениальные. Слушайте, советские композиторы писали потрясающие песни. Скажите, пожалуйста, лучшие песни советской эпохи, на ваш взгляд, актуальны или они искусственно притянуты к нынешнему времени? Я считаю, что они и актуальны, и искусственно притянуты. Я, здесь два варианта, понимаете, да? Потому что народ тянется. Это, и не потому что э, вот некоторые люди пытаются доказать, что вот эти песни были лучше и хуже. Да не бывает лучше или хуже. Потому что молодое поколение, оно вообще, извините, пожалуйста, оно, как я сам вспоминаю свою молодость, нам нравились песни военных лет, нам нравилась вся эта классика, но мы ей не жили. Мы жили теми песнями, не форматом. Ландыши, ландыши. То есть у нас были свои хиты, суперхиты и так далее. Мы этим жили. Вот, поэтому, естественно, это поколение требует это от души. И ему это дают. Ну, естественно, это используют сейчас. Сейчас вообще пошла какая-то странная ситуация. Смесь церковная вот это с, этой, с, с патриотикой. Я сейчас прочитал книгу Зюганова. Это вообще я получил полное удовольствие. Кстати, он очень интересный теоретик. Он очень хорошо, э, так сказать, разбирает все геополитические, все эти процессы. Но результат, которому он приводит, он называется «Прошлое не воротится». Потому что он все время пытается доказать... Он все время пытается сказать, что все это, конечно, очень плохо, все, да, 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 но вот понимаете, сейчас вот Патриотической, вот самое главное, но мне смешно, что он уже церковь так возносит, вылизывает. Ну, уж коммунисты, уж кто и поиздевался над церковью так, что уже пыль стал старые коммунисты, а новые верующие, что. Извините, но так не бывает, чтобы новые верующие сразу же еще должны пройти сливку. Ну, как обычно, вот вы воду починили в кран, да, вначале ржавая вода еще идет. Вот это ржавая вода. Вот эти все сейчас церковники, в том числе и Путин, и все эти, я когда смотрю, мне просто жалко. Их или смешно, потому что, ну, какие они, о чем вы говорите? Другое поколение. Это вот через 2-3, может, 4 поколения. Ржавая вода. Да, это ржавая вода, да. При всем огромном к нему. А жизни. прошлое не воротится. А прошлое не воротится, да. Вот поэтому-то и Россия, поэтому Россия-то и доживает какой-то последний этап. То есть она ну как Османская империя, где у нас Римская империя, где у нас, извините, Жечь Посполита или Речь Посполита, где у нас Великое Княжество Литовское. Я же это все сейчас изучаю. Все пришло как пришло, так ушло. Время истекает все, потому что... Всему всех... свое время. Да, и причем самое смешное, что попытки, мне больше всего нравится, когда Зюганов пытается, вот, главное, сейчас еще вернуть Советский Союз. Я думаю, так, тебе батька даст вернуть Советский Союз, да? Батька сидит сейчас в Белоруссии, да? Батькой. Батькой, да. Ты хочешь его сделать первым секретарем ЦК, что ли, так сказать, Беларуси, который будет полностью подчиняться до Москве. О чем вы говорите? Я думаю, что и Янукович тоже... Мечтает. Да, просто мечтает, наверное, что чтобы, так сказать, о чем вы говорите, это уже, это уже про... и опять же, прошлое, не воротись, как у нас получается рефрен такой. И, и, и все это действительно логично. Вы знаете, незадолго до смерти Эдуарда Хиля, я взял у него интервью в Санкт-Петербурге, поразительной судьбы человек, бывший когда-то на самом верхнем вообще этаже советской песенной иерархии, после перестройки, оказавшийся ненужным в своей стране, певший в распутине в Париже, в Париже да. да, вообще удивительная судьба. И вдруг на старости лет, незадолго до смерти, ставший всемирно популярным благодаря этому интернетному ролику Трололо. Понимаете, при всем уважении к Эдуарду Анатольевичу, никакой всемирной популярности, это не, не бывает такой всемирной, это какой-то взлетик такой, опа, и все, понимаете, она полоса прошла, всемирная популярность это другое, всемирная популярность это когда Beatles, вы да? Устойчив, да, это когда вы устойчивы, у вас идут альбомы, и весь мир вас ждет, и так далее, платят любые деньги, лишь бы только пойти. А это был такой... Приятно, это замечательно, знаете, это такой, так сказать, всплеск, такой очень нужный и так далее, понимаете? Мне он очень понравился, чисто по-человечески. Он оставил очень такое хорошее, Кто? теплое впечатление. Когда э, Хиль умер, вы расстроились? Вы знаете, я уже не в том. Я в Я сижу, я знаете, я живу уже в другом мире, я живу в Волнограммах. Мне нужно этого сделать, это у меня еще стынет Бетховен, Моцарт, Шекспир. Они еще не остыли. Да нет, я их. Я же всегда, когда еду куда-нибудь, я всегда пополняю, я всегда все время возвращаюсь, возвращаюсь, возвращаюсь. Вот, но тут две смерти произошло людей, которыми я сталкивался. Эдуард Хиль. Потолок ледяной. И Мария Пахоменко «Разговоры, да разговоры, слово да? к слову, тянется». Вот. В отношении Марии Пахоменко, вот ее, с ее мужем, да? как красивая вот тут, женщина, это, да? Вот тут я могу смело сказать то, что называется в теории волн «Комплекс Зидана». Помните, я вам сказал, да. что такое комплекс Зидана? Почему я назвал комплекс Зидана? Потому что Зидан нам показал этот комплекс. Что такое комплекс? Это когда вы идете на волну, вас несет положительная энергии, она сильнее отрицательно. Отрицательная скапливается здесь. А когда волна спускается вниз, то вот это вот, она может комками выбраться, и начинаются неадекватные поступки. Киркоров с розовой кофточкой, Пугачева скандал в Прибалтийской и так далее и тому подобное. Поэтому у него застарелый комплекс Зидана. У, у Колкера был, который он выливал все на эту бедную Машу Пахон. Поэтому слава богу, что ее и, и хоть и разъединили. Знаете почему? Потому что это в пользу даже э, господина Колкера, потому что могло быть кончиться. мог бы он ее просто убить или придушить, потому что... Она уже, хорошая певица была. Ну, для своего времени, конечно. Припрос. Красивая женщина. Да, была. для своего времени, конечно. Все познается в свое время, естественно. А он тиран такой? Кто? Колкер. Ну, понимаете, человек, который давно уже не пишет, понимаете, у него комплекс Дидана уже застарелый, потому что он давно уже не пишет. Человек, который не пишет, вы знаете, вот смотрите, вот смотрите, если бы я сейчас, вот я перед вами сижу, да, мне 73 года, я в, 20, в 37, даже в 27 хуже себя чувствовал. Почему? Потому что у меня, у меня получилось вот это, так сказать, одно заместилось в другое. То есть я пошел уже вот отсюда я пошел уже в новую профессию. А прошлое и, не воротится. И, да, и прошлое мне... Вот я сейчас езжу с удовольствием. Я сейчас, кстати, с удовольствием выступаю. Почему? Потому что мне от публики уже ничего не надо. Я прихожу только им сообщить. Я им даже говорю о том, что я прихожу, чтобы сообщить, что в 70-х, 80-х годах был композитор Эдуард Ханок, который писал песни, за которые ему не стыдно. И поэтому, когда я начинаю, там, потолок, публика со мной поет, мне это приносит удовольствие. А вот когда человек уже давно не пишет и уже супер... Вернее, он пишет, но суперхитов нет, для него это как кость в горле. Вот я бы тоже бы себя плохо чувствовал. Вот знаете, как воспоминание, вот ты спел с публикой, а у тебя больше ничего нет. Поэтому вот, чтобы закончить с Колкером, поэтому, когда он долго вообще, так сказать, не, так сказать то у него уже вот этот комплекс Зидана уже в таком виде, что... А что он написал, Колкер? Были суперхиты у него? Стоят девчонки, стоят в сторонке, теталя да, потому что на 10 девчонок по статистике 10 ребят, потом э, этот самый, э, вот морская песня. Какая-то она пела. Я, вы знаете, я просто сейчас... Вы знаете, я словлю себя на том, что мы даже композиторы, к сожалению, многих песен своих авторов не знаем, потому что невозможно запомнить, понимаете? Поэтому, когда мне, мне говорят, вас все знают, я говорю, ребята, песни мои все знают, не путайте. Понимаете? Да я... нет, и вас все знают. Не будем скромничать. Вы знаете, дело в том, что скромность здесь абсолютно ни при чем. Для меня важна логичность. Почему? Потому что, когда тебя захваливает, то вот ты можешь, здесь тебя захвалят, а вот тут тебе могут такого пинка дать. Такое я тебе скажу, что ты вообще долго-долго не будешь приходить в сознание. Потому что одно дело, когда ты на волне, то тебе наплевать. Там вот Стас Михайлов сейчас балдеет, и ему наплевать. Что там говорят? Пусть говорят, правильно? А вот когда у тебя уже, вот, э, тебя переоценивают, поэтому когда мне говорят, а чего вы так скромны? Я говорю, ребята, а какой скромности? Вы, а какой скромности? В этой профессии, в этой профессии, я какой-то там 252-й, но зато в теории волн. Первый. Да. Мало того, я собираюсь стать, имею реальные шансы. Вот на сегодняшний день могу смело заявить по телевидению, стоять с Ньютоном. С Эйнштейном и с Вильгельмом Рентгеном. Почему с Ньютоном? Потому что я открыл миру творческий рентген, который, может быть, со временем будет более важный, чем теория, то, есть, чем закон всемирного тяготения. Потому что закон всемирного тяготения никто не пользуется, да, кроме профессионалов. А здесь каждый день ты связан с этим законом творческой волны. Я обосновал теорию творческих волн, которая сегодня уже просто новое направление науки. Я это абсолютно. А ее этом... можно обосновать в двух предложениях. В двух предложениях ничего не, не обосновать. Ну что, ну как можно теорию волн. Ну, закон всемирного тяготения я, можно не, обосновать. Я вам лучше по-другому скажу, что я сделал человечеству. Угу. За что оно мне, так сказать, памятник поставит за, за творческий рентген. Объясню почему. Вся жизнь делится, вот, делится на две составные: вот жизнь, в которой вы живете просто жизнь. И второе дело, работа, творчество. Так вот, это я Америке не открыл. Но Америку я открыл в том, что вот эта жизнь имеет тоже две составляющие. Жизнь и ее ремонт. Медицина. Так вот, я открыл миру теории творческих волн, которая говорит о том, что есть творчество и его, и его ремонт. То есть творческий рентген дает возможность ремонтировать. И я вот даже вас уверяю, почему этой теории принадлежит большое будущее когда-то. Может, через сто лет это не имеет значения. Потому что она дает возможность, так сказать, может быть, ликвидировать то, чего сегодня ликвидировать невозможно. Потому что практика показала, что кроме физических каких-то недостатков у человека, ну там, ну, может, нога у него плохая, или может, он упал, побился, очень много людей уходит из жизни только из-за того, что они не знают свой диагноз творческий, от незнания, потому что да. от незнания, потому что он не понимает, почему я вчера писал песни, а сегодня никто у меня не формат придумали, и вот он сидит на телевидении лает, там какой-то крутой, а потом кривой придет и так далее, что вот они там все такое, а я такие песни пишу, и он кому хуже делает себе. Потому что, вот я когда-то говорил, я еще раз повторюсь, но вам я никогда не говорил, что если бы я был другом Лужкова, то, возможно, я его бы вытащил из этого ситуации. Я бы ему объяснил, что у него очень плохой диагноз. Кстати, такой же, как и у России сегодня. Называется агрессивная творческая импотенция. Это когда, когда творческое топливо закончилось, остались одни амбиции. И вот этими амбициями ты трясешь, трясешь, и если не остановиться, я бы сказал бы Лужкову, то, первое, либо инфаркт или инсульт, да, либо, потери, да, либо э, инфаркт, либо м, психушка, тоже вполне возможно, может тебя так довести, что и туда загреметь, или, либо потеря высокой должности, что он в конечном итоге получил. Отрешили. Да. Вот и все. И когда мне начинают рассказывать, знаете, вот мне больше всего нравится, рассказывать, ничего подобного, это жена там его подвела, Батурина, все это ерунда. Они не понимают, что разница между ими и мной, их рассуждениями, это как растение. Вот вы смотрите, вот растение растет. И вы здесь спорите, какое там больное, не больное, а я рентген бэмс туда и посмотрел в корни, а там все сгнило. Вот почему я про Россию так спокойно говорю, потому что там все сгнило, там уже ничего нет там практически уже мыслей никаких. То есть время пришло, то есть ля комедия, и как и остальные все империи, так сказать, сегодня от Литовского, что осталось? Вот такая Литва. От э, Жечи вот такая вот Польша. От Австро-Венгрии. От Австро-Венгрии что осталось? А что осталось от э, Римской империи? Вот такая Италия. Так что и будет, и Россия такая будет. И это, это не я придумал, это природа. Для чего я это делаю? Вот я собираюсь опубликовать это. Кстати говоря, книжки я... все. Пугачевщина. Причем, все книжки-то они практически одинаковые. Вот книга первая, Пугачевщина. Для чего я сделал? Чтобы опубликовать теорию волн. Вторую, это была просто вторая редакция. Я делал, во-первых, чтобы исправить ее, она стала лучше. И самое главное, впервые я опубликовал волнограммы. Помните, такие примитивные да, волнограммы? Да. Так вот, сейчас я выпускаю книжечку, которая будет называться «Пугачевщина. Конец истории». Для чего? Чтобы опубликовать России. Вот это все полностью. Вот это. Для чего? Потому что это тоже исследование. Это тоже относится к теории. Потому что у меня там будет в конце теории творческих волн. Уже даже будет некоторые положения общей теории. И теории творческих волн шоу-бизнеса уже полностью. И плюс Россия. Для чего? Чтобы зафиксировать это. Чтобы это, чтобы это было у тебя. Понимаете? да. И для чего я это делаю? Может быть, кто-то задумается. Поясню примером. Я был в Беларуси самым богатым человеком в свое время. Да. Потому что авторские зашкаливали так, что никакой там, даже первый секретарь таких денег не видел. 15 тысяч месяц, месяц, получали. Да. Ну, неважно, не будем говорить, не 15 не было этого у Тухманова. Вы спутали меня. Но неважно. Во всяком случае, для Беларуси это были, как говорил Райкин, сумасшедшие деньги. И я думал... Значит, что вот эти авторские, когда закончатся, я в это время выйду на пенсию. Как народный артист, может быть, дадут 180, а может дадут 300, как помните, этим военным. Документ, да, 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 да. Плюс у меня очень большая ставка. Книжка. Худший, конечно... Плюс книжка. Нет, о книжке я даже не думал в то время. Значит, плюс я могу одну встречу как-нибудь в месяц сделать, который мне оплачивал 123 рубля, да. Ну, 180-120, сколько? 300 рублей. Так я думал, что я до конца жизни вот так буду жить. Ничего подобного. Жизнь все поломала, все деньги сгорели, эти, все, что было, да. И я оказался вообще на полном нуле абсолютно. Спасибо песне самурай, потому что мне дали вот, э, большие люди, большие деньги. И Спасибо крутому, который меня воздержал, чтобы я не бросал их. Вот я хотел раскрутить самурай. Он сказал: не лезь, потому что ты не формат ты можешь пробросить деньги. И ни, воз, назад их не возвратить. И слава богу, что они сегодня приносят мне, могу смело сказать, 20% годовых, мне это вот так вот, абсолютно в российских деньгах, в Беларуси, это сегодня, как у Христа за пазухой, живешь. А я к чему все клоню? А если бы я знал это, а если бы мне кто-то раньше сказал, mm -hmm. что РСР развалится, да, я, может быть, эти деньги обменял бы на доллары, но что-то бы я предпринял. может быть, кого-нибудь мебели, чего-то была возможность, я же ничего этого не делал. Так может быть, сейчас тоже люди кому-то это подскажут, что все равно, так сказать что это уже... Я очень заинтересован, чтобы эта теория творческих волн у вас состоялась и стала мировым открытием, потому что у меня появится шанс тоже войти в историю. Вы же везде пишете о том, что надо Или делать. войдем, или влипнем, Вот. Или дадут нам какая-то Нобелевская премия, или Паш Это, это одно из двух. Нет, так дело в том, что, дело том, что каждый человек, он этим живет, правильно? я хотел печаль свою втопить? Я до моря вийшов, рано море спить, і мені його будити стало жаль, залишилася мені моя печаль, і мені його, і мені його, і мені його. Что происходит сегодня с российской эстрадой? Сегодня российская эстрада пытается ликвидировать ту отсталость, которую мы заработали в то время. В чем она заключалась? В том, что мы в то время практически закрылись от мирового шоу-бизнес. Нас это все не интересовало. А мир развивался. И сначала мы упорно боролись с джазом. Если вы помните. Потом упорно. сроком. Мало того, я на аккордеоне не мог заниматься. Я, со мной занимался педагог по аккордеону, а писался клан, класс баяна. Аккордеона ни здесь не было, ни в Прибалтике не было класса аккордеона. Сексофона, аккордеона вообще не существовало. Да? Значит, дальше чего мы добились? То, что наш за сегодня это «бутмана самодеятельность, так я называю ее, да? Вот. Потому Бутман что... слабый? Он не то, что слабый. Если бы Бутман был во времена Гутмана, Бенни Гутмана, тогда бы можно было чем-то говорить. Сейчас, когда джаз уже чисто клубное искусство, оно уже не играет никакой большой роли. Ну, там они внутри с тобой сражаются, это уже не имеет никакого значения. А когда джаз был, джаз, вы понимаете, да, это было такое общемировое явление, понимаете? Так что извините, пожалуйста. Потом мы начали бороться с роком. Поскольку вот в чем прокол советская, они были такая агрессивно-консервативная страна. Mm -hmm. И поэтому боролись, боролись, боролись с Роком так, что Битлз народ у нас узнал где-то в 80-х годах, а они были в 60-х. Значит, это же действует на публику. Что вы думаете? Мы же не воспитываем публику. Она же в это время... Конечно. Я не буду говорить отдельных людей, которые... Ну представьте, Ильич, представьте себе. Что вот вы закрыли фортепиано, вообще, никакого фортепиано лет 40 нет или 30, да? Я посмотрел бы, как пианисты, бы, да, так сказать, как они могли бы сражаться, да? Они были бы на уровне провинциальной, профессиональной самодеятельности. Вы сегодня смотрите, наверняка, иногда по российскому телевидению, особенно меня, Просто раздражает программа «Вечер», как называется она, «Добрый вечер», да? которую Басков ведет с, то с Оксаной Федоровой, то с «Новыми русскими бабками». Да, но сейчас он ведет, по-моему, с, с Лолитой, да? С Лолитой. Да, При... «Субботний вечер». «Субботний вечер». Да, да. Приклеенные улыбки звезд, которые сидят и всем хлопают. Приклеенные артисты. Ужасно, все как-то фальшиво. Вы смотрите это все? Я смотрю, но я в этом ничего не вижу, потому что это закон жанра. Понимаете, тут я не могу ничего вам сказать, тут я не могу разделить ваше точность. Что такое закон? Вы никогда не заставите аудиторию. Вот если аудитория пришла покупная, вот купили люди билеты, тогда вы увидите настоящую реакцию. А если вы приглашаете звезд, чтобы они посидели, но ну, вы никогда не добьетесь, понимаете, от а меня, зачем это если делать? мне не нравится песня. А зачем это делать? А потому что антураж должен быть. Ну, так, так задумано передать. Сегодня э, мы видим, как на концерты некогда очень популярных звезд просто не собирается, банально не собирается публика. То есть, э, если раньше люди могли собирать, раньше это лет 5-6 назад, могли собирать 2-3 концерта во Дворце Украина, сегодня они не собирают и половины одного. В то же время появилось три исполнителя, у которых залы всегда не просто полные переполненные. Это Лепс, Михайлов и Ваенга. Все объяснимо. В чем феномен? В чем феномен Лепса, я не очень еще понял, а вот феномен михайлова Вайнги это очень объяснимо. Значит, есть такое понятие культура и контркультура. Не в плане каком-то там культурологическом, а просто в чем это заключается. Это все вы помните, когда э, пришел Горбачев, хлынул поток у нас рок-музыки нашей. Помните, пошла Алиса, пошел Гребенщиков все это. Да. Вот. И это как ударило по головам нашего, не привыкшего, а к нашему народу, который привык к, к совершенно другим песням, что они начали искать контркультуру. И нашли ее в лице ласковый май. Понимаете, белые розы, мираж. понимаете, да, Мираж и так далее. Интересно. Вот такой же процесс происходит. Сейчас, поскольку, поскольку мы отстали, и сегодня мальчики хотят осваивать западные, у них песни сегодня по-другому, мы такие песни не умеем писать. Понимаете, мы такие просто не умеем писать, потому что я вот иногда пытаюсь, и я понимаю, что это искусственно у меня получается, у них это естественно, потому что другие повороты, другие акценты, все смещается. И когда некие товарищи такие говорят у нас, да я такого дерьма не хочу писать, я такого сколько угодно могу написать, я ему хочу сказать, напиши, и реализуй, чтобы это стало супер-хитом. Тогда я с тобой соглашусь. А просто говорить все, что угодно, понимаете? Вот. Поэтому сегодня, когда эти мальчики экспериментируют, они пытаются все это, публику поднимать до этого уровня, публика устает. И тогда появляется Ваенга и Стас Михайлов. Такая простота вроде бы такая сл сложноватая, но простота, понимаете? Вам они нравятся, Ваенга и Стас Михайлов? Слово «нравится» ко мне не относится, потому да. что я не потребитель, но они мне глубоко симпатичные. Особенно да? Ваенга. Особенно да? Ваенга, да. Вот шапе Помните, как она сделала блестящую, да. там, где дробыш играл на рояле. Да. У нее очень красивые песни, она очень. Э, так сказать, Лепс. Вот. Лепс, э, ну, Лепс просто дождался своего часа. Понимаете, он долго. Ну ничего долго... себе просто. <с> Ломятся залы. Я везде. понимаю, такой вот, дождался, потому что я помню Лепса еще в начале 2000-х годов. Значит, э, это был совсем. Не про ханже у него было совершенно. Он как все время метался, метался, искал, искал. Но, он наконец, прорвался, понимаете? Но это тоже, это, понимаете, такие вещи, как лепс, это надолго не может быть, потому что все равно есть, понимаете, есть такое понятие усредненность, да? Вот публика, вот когда люди говорят, что вот, значит скоро шансон все займет и, так сказать, ну, вся эта попса уйдет. Они не понимают, что шансон, джаз, рок ⁇ это все специфические явления, а попса это вечное mm -hmm. явление. Поэтому лепс в попсу никак не вписывается. Он специфическое явление другого толка. То есть эти вот с этой стороны вайнга... Вот здесь посредине попса, который пытается подниматься. Здесь Вайнга в этом углу с Михайлом, а вот здесь Лепс, понимаете, поместились. Вот. Но все равно это все тоже э, э, временно, потому что попса, она все-таки... А попса это в моем понятии, э, потому что все-таки шансон, он специфический, вот где-то блатняк немножко, да. понимаете, да? А все-таки побеждает всегда просто нормальная песня. Кто Там на, на нынешней хорошо. российской, может, украинской эстраде вам симпатичен из исполнителей? Да вы знаете, я сейчас боюсь сказать. Да никто. Потому что, наверное, никто. Потому что, понимаете, очень многие просто... Вот Дима Билан, он так и не потянул. Мне кажется, что он просто на Евровидении все выдал, все, что он мог. Хороший артист. И, и, ну, артист... ну он, как, Я бы не сказал, что он очень хороший. Ну, голос классный. Да, голос хороший, да. Но у него с материалом на сегодняшний день... Никак абсолютно. Он дальше. То есть получается, что вот он достиг кульминации, и все. Вот, ну, знаете, Испекся. он выдохся, да, и, и все. Я добро, добро думал, что он пойдет. Я думал, что Пьеха Стас пойдет. Он мне очень симпатичен был, но он тоже за это время что-то, в общем, как-то так сказать ни нашим, ни вашим. Что-то у него по посередкой застряло, понимаете. А вот так, чтобы... Савичева чем-то нравилось мне симпатичная идея. Но ну, она как-то, в общем-то... На чьи сольные концерты вы сегодня ходите? Я вообще не хожу на концерты. Я, значит, знаете, как я? Я хожу каждый день в филармонию белорусскую. Просто для разрядки. Потусоваться, поговорить, потому что там всегда собираются свои люди. Я сижу симфонический концерт, любые, я смотрю, в баре. Я сижу в баре, там идет монитор, там все это. Почему? Потому что мне не интересует качество исполнения. Я, не, я сейчас не загружаю. Мало того, я перестал читать книги. Я вообще ограничился. Мне нужно разобрать около ста величайших людей. Поэтому это для меня просто разрядочка. Вот потусоваться и так далее. Понимаете? Вот.